планируем. Все. А скажите, пожалуйста, на какой спектакль вы сейчас ходили? «Зеленый август». Скажите, что вам понравилось, что не понравилось, как игра актеров? Знаете, я не думала, что мне понравится рок-опера, но было великолепно. У нас был, по-моему, «Вверх», я не знаю, как это называется, пятый ряд. Но там, мне кажется, с любого ряда будет все хорошо. Очень хорошая акустика, звук, актеры вообще великолепные. Освещение. Ну, я вот первый раз здесь, очень понравилось. Вот даже вот буду советовать на работе, там я сама из Подмосковья, из Серпухова, то, чтобы вот приехали. Угу. Очень прям артисты все великолепны. Я вот, я даже вот два или три раза проследилась, когда вот саму песню вот эту пели. Я тебя никогда не забуду. Это что-то с чем-то прям. Скажите, на каких местах вы сидели, как вам было? У нас был пятый ряд, ну, типа балкона. Билета. Билета. Могли бы вы порекомендовать другим зрителям сходить, посмотреть? Да, вот кто, если, ну, читал или там что-то такое вот, ну, в другом исполнении смотрел, то это вот, как сказать, не то, что современнее, а... Необычное. То, что вот, может быть, кого-то будет пугать, что это рок-опера, но впечатление колоссальное. То есть вы рекомендуете? Да, очень. Хорошо, спасибо вам большое.